вчера ежик укусил за хвост. Я тебе серьезно говорю. Крыса тут решил ежа поймать. Такой наглый еж. Он атаковал на крысу, даже не прятался за колючки. И в конце концов обошел его и цапнул его за хвост. Прямо на тропинке. Я тут так ржал. У крысы был нервный срыв. Открываем крышкой, и полчаса вы свободны. Приготовим и съедим.